Ежедневно к нотариусам Брестского нотариального округа обращается множество людей, кто-то по своим личным делам, кто-то по оформлению документов для своей профессиональной деятельности. В компетенции нотариуса удостоверение сделок и согласий, совершение исполнительной надписи, удостоверение доверенности и завещание, список можно продолжать очень долго. Достаточно часто приходят из-за консультации по поводу наследования имущества. В последнее время при оформлении наследственных прав у умершего гражданина, как правило, остается не один вид наследственного имущества, а несколько. Это может быть квартира, земельный участок с садовым домиком, денежные средства во вкладах или иное имущество. А может быть и несколько единиц одного вида имущества, две квартиры, два дома. И наследуются они не одним наследником, а несколькими наследниками. В таком случае по закону в собственность каждого из наследников поступает доля в праве собственности на каждый из объектов наследственного имущества. В подобных случаях наследники имеют право заключить соглашение о разделе наследства и получить право собственности на конкретное наследственное имущество. Приведу пример. Наследниками умершего гражданина, принявшими наследство, являются три его сына. Наследство состоит из квартиры, жилого дома, гаража и автомобиля. Если наследники придут к соглашению, достигнут согласия, что здесь ключевое, то они заключат соглашение о разделе наследства, по которому в собственность одного сына поступит жилой дом, в собственность другого – квартира, в собственность третьего – гараж и автомобиль, вместо того, чтобы получать долю в праве собственности на каждый объект недвижимого имущества. Если бы наследство состояло лишь из квартиры, сыновья получили бы каждый по 1/3 доли в праве собственности. Но есть еще один нюанс, о котором нужно знать, когда возможен раздел наследственного имущества. Заключение соглашения о разделе возможно как до выдачи свидетельства о праве на наследство, так и после выдачи. Но приоритетным, по моему мнению, является заключение соглашения о разделе наследства до выдачи свидетельства о праве на наследство. Такое свидетельство может быть выдано по истечении 6 месяцев для принятия наследства. 6 месяцев для принятия наследства – это срок 6 месяцев со дня смерти наследодателя. Почему приоритетным? Потому что заключается в рамках наследственного дела. Не требуется никаких дополнительных документов. Соглашение о разделе наследства после выдачи свидетельства может быть заключено и удостоверено в том случае, если не прошло 6 месяцев со дня выдачи свидетельства о праве на наследство.